Я считаю, что вот в этой моей профессии, любимой, которой я сейчас занимаюсь, сошлось просто все, что я так любила. Это моя любовь к визуальному. Я стопроцентный визуал. Это любовь работы со своим голосом, потому что мне очень нравится слышать свой голос, мне нравится с ним работать. Помимо того, что мне нравится смотреть на что-то, мне нравится еще и делиться этим с другими людьми. И мне нравится рассказывать другим людям так, чтобы они поняли и представили это себе максимально близко к тому, что я вижу, как я вижу. И, конечно же, помощь незрячим людям, помощь людям с инвалидностью. Вот, это все мне очень нравится. Тифлокомментирование – лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепым и слабовидящим без специальных словесных пояснений. Я думала, что я буду писать книги для детей или для взрослых, романы всякие буду писать. И мне, в общем-то, хорошо получалось. Всегда у меня по литературе было 5. Я участвовала во всяких олимпиадах различных. И, ну, вот, собственно, иностранные языки и русская литература – это то, что мне больше всего нравилось. Еще мне всегда очень хотелось путешествовать и очень много общаться с людьми. Уже к 20 годам я поняла, что я очень хочу быть переводчиком. На тот момент я владела 3 языками – английским, французским и португальским. На переводчик выучиться так и не получилось. Но все, что я делала в жизни, вся моя работа, она была так или иначе связана со сферой культуры или с переводческой деятельностью. И мне очень захотелось выучить язык глухих, русский жестовый язык. Я учу русский жестовый язык. Или я люблю русский жестовый язык. Ну, очень мало, на самом деле, что осталось в памяти. Так вот прям какие-то отдельные жесты, например, жест красный или прозрачный. Они просто очень красивые, они мне очень нравились. Я их запомнила, до сих пор помню. Но без практики это все очень быстро уходит, на самом деле. Ну и в итоге у меня ничего не получилось с русским жестовым языком, потому что у меня было очень мало практики и было мало знакомых глухих людей. И пока я долго думала, чем же дальше заняться, мой преподаватель по жестовому языку привел меня на курсы тифлокомментирования. Это было в 2011 году, никто вообще тогда не знал, что это такое. Мне объяснили, что это описание визуального ряда для незрячих. Ну, то, что это переводческая деятельность, и все, больше ничего не сказали. Для меня это было что-то очень странное. Я вот как-то ввязалась в эту авантюру, пришла на занятия, там было очень много желающих, но был такой приличный конкурс, почти все отсеялись, потому что там проходили психологические тестирования, просто не каждому подходит эта работа. Я получила сертификат тифлокомментатора высшей категории, и вот с тех пор я работаю тифлокомментатором. Очень много работы началось с 2016 года, и вот с тех пор ее прям очень много, и чему я рада безгранично, потому что я очень люблю свою работу. Ну, мы привыкли, что переводчик – это, как правило, переводчик с другого языка, с иностранного на какой-то. И русский жестовый тоже, он не считается иностранным, хотя это язык, который мы не поймем без перевода. И точно так же есть язык визуального, есть язык вербального. И мы переводим с языка визуального на язык вербального человеку, который не видит. Тифлокомментирование отличается от обычного комментирования для зрячих людей, потому что есть специфика, нужно учитывать специфику незрячего человека, специфику его восприятия. Мы, когда комментируем спектакль или комментируем какое-то мероприятие или картину, мы все-таки ориентируемся на такого усредненного, да, зрителя. Тотально незрячих людей не так много. И незрячих от рождения людей не так много. То есть в основном это люди с остаточным зрением, у которых есть цветовосприятие, световосприятие. Ну, конечно, бывают такие случаи, когда приходит незрячий человек, который никогда не видел, как выглядит малахитовая шкатулка, если вот мы говорим о малахитовом цвете, да, и не может себе этого представить, но все-таки базовые цвета незрячий себе представляет. Он представляет их немножко по-другому, не так, как мы, потому что все незрячие с детства знают, какого цвета солнце, какого цвета трава, какого цвета море. И здесь уже включается ассоциативное восприятие, потому что когда у человека подключается тактильное восприятие еще, то есть он может потрогать море, воду или траву, он представляет себе эти цвета. И когда мы, основываясь на этих базовых цветах, описываем картину, живопись, конечно, у незрячего складывается представление о том, как это выглядит.
представление о холодных, теплых оттенках. Это все есть даже у тех людей, которые никогда не видели цвета. Чем отличаются радиоспектакли для зрячих людей, которые слушают по радиоспектакли, от спектаклей с тифлокомментированием для незрячих? Большое количество визуальной составляющей, которые недоступны незрячему без дополнительных пояснений, и все это нужно описывать, комментировать человеку, а зрячий, он все видит, ему все понятно. Я всегда так собой довольна, когда ко мне подходят после комедии люди, и они говорят, что они смеялись одновременно со зрячими, с которыми они пришли посмотреть этот спектакль. Им было смешно в тех же самых моментах, и они после спектакля обсуждают со зрячими, с которыми они пришли на спектакль, или даже знакомятся на спектакле там, со зрячими, обсуждают то, что они увидели так, как видят это зрячие. То есть они увидели этот спектакль. И моя задача, в этот момент я считаю, что моя задача выполнена на 100%. Это прекрасно. Но бывают моменты, когда ей не нравится. Но иногда говорят, слушайте, ну спектакль такой, что ну просто вообще кошмар. Или там, не знаю, ну фильм такой, ну прям не знаю. Ну в основном они... Понимаете, они не отделяют работу тифлокомментатора от того визуального ряда, да, который я им описываю. Для них это единое произведение становится. Очень, очень редко, когда человек бывает, вот подходит и говорит, фильм мне понравился, тифлокомментарий мог бы быть лучше. Или там тифлокомментарий хороший, фильм мне не понравился. Обычно человек говорит в общем, что ему понравилось или нет. Помимо тифлокомментирования на выставках, музейных, тифлокомментирования в кино и в театрах. Был у меня опыт интересный еще тифлокомментирования. Я проводила комментирование на скандинавском променаде. Я им описывала все те живописные виды, которые нам открываются, пока мы движемся. Это был новый опыт совершенно для меня. Это совершенно не похоже на все то, что я делала до этого. Во-первых, это было горячее прямое комментирование без подготовки. Да, конечно, я 100 раз прошла до этого этот маршрут, но природа, она каждый раз разная. И вот немножко свет изменился, и все уже, все это по-другому выглядит совершенно. И, конечно же, каждый поворот, он открывал вид по-новому, с новой стороны. И мне нужно было разными словами, очень красивыми, грамотным русским языком, нужно было описывать один и тот же вид, только с разных ракурсов. Это было очень интересно, и при этом настроение вот всех участников этой колонны еще я описывала их взаимодействие друг с другом, как они идут стройно, не стройно, кто отстает, кто идет впереди. Это все было очень интересно. На втором этаже Ледового дворца проходит шахматный турнир. Сеансы одновременно игры в шахматы. Некоторые участники заметно нервничают. В турнире участвуют не только мужчины, но есть и женщины-участницы. Вот, например, за одним из столов сидят четверо женщин. Некоторые участники перед тем, как сделать ход, на ощупь изучают положение фигур со своей стороны и со стороны противника. Шахматы для меня — это вообще что-то новое абсолютно. Потому что, если сравнивать с предыдущим опытом, для меня шахматы — это что-то на стыке вот медитативности скандинавского променада и описание спортивного мероприятия. Кстати, опыт описания спортивных мероприятий у меня тоже не было никогда. Здесь есть тоже своя специфика, и как я это вижу, тифлокомментатор во время сеанса одновременной игры может открыть много нового для участников игры, чего раньше для них не открывалось, когда не было тифлокомментатора. Это и эмоции игроков, потому что происходит за соседним столом, они только могут слышать, и они, как правило, увлечены игрой, может быть, не слушают. Или когда идет игра незрячего с незрячим или слабовидящего с незрячим, это тоже очень может помочь. Потому что, как мне объяснили, зрячие зачастую забывают описывать ход, который они сделали. Эмоциональной составляющей именно поединка не хватает. Вот. И это было для меня очень интересно узнать, когда я пообщалась с незрячими шахматистами. Вот, и я посмотрела несколько записей шахматных турниров и попыталась представить себе, чего именно, да, вот здесь не хватает, что описывает комментатор и что могла бы описать я, как человек, который описывает именно визуальную составляющую игры. Вот уже год я сотрудничаю с телеканалом «Югра». В прошлом году я проводила прямое тифлокомментирование на концерте, посвященном 20-летию телеканала «Югра».
И сейчас ведется работа над многосерийным документальным фильмом. Я готовлю к нему текст тифлокомментариев, который потом озвучивается на студии. Это очень красивый и интересный опыт, потому что, с одной стороны, это кино. Опыт с кино у меня был, и с документальным кино я тоже работала. Но это документальное кино, оно особенное, потому что оно очень созерцательное. И там есть серии, где нужно очень много описывать природы. И здесь пригодился как раз опыт и работы описания с живописью вот, в музеях. И опыт скандинавского променада тоже очень мне помог. И опыт описания фильма «Солярис», с которого я начинала свою карьеру. Это вот самый большой такой фильм, который я сделала. Ну, вот еще «Войну и мир», наверное. И это очень такой умиротворяющий опыт, очень духовно облагораживающий. И это, наверное, еще связано с тем, что когда в прошлом году я подлетала к Ханты-Мансийску, я посмотрела в иллюминатор и увидела там прекрасные пейзажи заснеженных и замерзших маленьких озер и болот, и вообще вот этот весь космический пейзаж Югры. Мне бы хотелось поближе узнать, наверное, местную природу после всего того, что я увидела в фильмах про Югру. И я воспринимаю и всех незрячих людей, и всех людей с инвалидностью как таких же людей, как и все остальные. И, наверное, я не вижу особой разницы уже. Но если говорить о людях, которые занимают активную жизненную позицию, вот среди незрячих, которые очень активные, да, это очень бросается в глаза, что они целеустремленные, очень ответственные, они очень пунктуальные, добрые, чрезмерно иногда заботливые даже, то есть они стремятся заботиться о зрячих. Я рада, что я работаю именно с этой категорией людей с инвалидностью, потому что мне отчасти это тоже близко. У меня довольно слабое зрение. Я знаю, как человек с ослабленным зрением видит этот мир и как ему бывает трудно. Когда ослабляется зрение, очень много переходит в сферу тактильности. То есть у меня есть очень большая тяга к тактильности. И у незрячих людей тоже есть. Из-за того, что у меня тоже такие особенности восприятия, мне проще понять незрячих и описать им то, что я вижу, наиболее достоверно. На данный момент тифлокомментирование — это вот большая часть моей жизни. Это моя любимая работа. Мне бы хотелось дальше совершенствоваться в этом. Это все то, что меня увлекает, и мне не хочется делать шаг в сторону. Мне хочется глубже и глубже изучать эту сферу. И помогать слепым и слабовидящим людям с нарушениями зрения.